Здравствуйте, дорогие наши телезрители! С вами телеканал Shop & Show и добро пожаловать на нашу кухню. Оль, в последнее время мне все время приходят на ум слова старой песни «Время стрессов и страстей мчится все быстрее», потому что мы действительно торопимся, бежим, но нам кажется, что в сутках не хватает часов, потому что мы категорически ничего не успеваем. Галечка, мы за комфорт без стресса. И это нам обеспечит вот эта уникальная мультиварка-скороварка, домашний повар, мощность 800 ватт, объем 4 литра, диаметр чаши 18 сантиметров и невероятная цена. Цена только сегодня 1590 рублей. Это не только мультиварка, это лучше, чем мультиварка, это еще и скороварка. Надо сказать, что мультиварка-скороварка Брелон, она, в принципе, обладает всеми преимуществами на привычной, любимой нами мультиварке. То есть здесь есть программы приготовления еды, она программируется, можно выставлять время, можно выставлять программу. Она очень хорошо закрыта, то есть вы не пачкаете поверхность, не пачкаете воздух. И самое главное, что она еще и достаточно не горячая, то есть вы можете прикасаться, то есть вы никогда не обожжетесь. Самое главное преимущество этой мультиварки – это то, что здесь готовить гораздо быстрее, чем в обычной мультиварке. Вот прежде всего хотела представить, вот эта крышка легко закрывается, очень герметично, ведь это самое главное, чтобы здесь определенное давление создавалось, да, посмотрите. Вот давление создается очень сильное, поэтому эта крышка необычная, у нее очень много таких вот как бы замков, замочков, и если мы покажем на камере сверху, то вы увидите, вот эти замки. Это не просто там какие-то выпуклости, это замки, которые обеспечивают нам надежное закрывание крышки и стрелочки, которые показывают нам, в какую сторону поворачивать крышку, чтобы ее надежно закрыть. Кроме того, эта стрелочка здесь еще есть, то есть все нам помогает. И ну вот и, конечно, нагревательный элемент, который присутствует здесь, как и в любой мультиварке, но это еще и скороварка, еще раз хотим вам напомнить. И, конечно же, чаша. Вот посмотрите, здесь есть вот такое мерное деление. Это уже очень важно для каждой хозяйки. Антипригарная чаша, как это водится в хороших мультиварках. Ну что ж, приступим к делу. Я хочу нашим телезрителям доказать, что это действительно уникальная скороварка-мультиварка. Вот, Галь, скажи мне, сколько ты обычно варишь свеклу? Свеклу я долго уже не готовлю, потому что это долго. Я люблю винегреты, но для свеклы у меня просто руки не доходят, потому что мне просто некогда. Ну, где-то сейчас. А ведь хочется иногда побаловать себя селедочкой под шубой, да, или еще каким-нибудь салатиком. Вот, посмотрите, свекла абсолютно сырая. Сейчас, чтобы вам докажу это, вот, посмотрите, практически невозможно ее разрезать, да? Ну вот. Да, она сырая, спорить не будем. Да, вот она сырая, дорогие те зрители. Вот морковочку положили. Да, но мы ее класть не будем, чтобы вас не дезинформировать, а положим другую. Вот, смотрите, три штучки положили, морковку тоже сюда добавили. Я думаю, этого хватит для нашего салата, да, Галечка? Ну, так, морковка и свекла мы заливаем водой. Заливаем водой. Ну, как ты думаешь, сколько это будет готовиться? Я даже не смею предположить. Ну, где-то полчаса, наверное, если ты говоришь, что быстро. Да, вот смотри, вот я залила, еще нужно воды. Главное, чтобы вода накрыла полностью всю нашу свеклу. Ну и какие полчаса, Галя? Что ты? Это же скороварка. Ну, в два раза быстрее, значит, получается полчаса. Нет, дорогая моя, всего лишь, внимание, 6 минут. Свекла готовится, целая свекла. 6 минут. Так. Я сейчас вам покажу, как надо выставлять время. Все очень легко. Вот посмотрите, дорогие телезрители, достаточно понятное, доступное табло. При помощи вот этой кнопки меню мы выставляем время. 6 минут, я сказала, значит, 6 нажатий клавиши. Вот, пожалуйста, 6 минут. Куда ты знаешь, сколько готовится свекла? Да потому что вот в комплекте идет вот такая замечательная книга рецептов, где написано не только сколько что варится, но а также здесь вот посмотрите, столько много полезных блюд, которые вы можете готовить при помощи этой скороварки-мультиварки. А в конце вот вторые блюда вы сейчас видите. Вот, посмотрите, первые блюда. А что находится сзади? Галя, посмотри, сейчас я вам покажу. Вот она, эта таблица, где все понятно сказано, сколько чего готовится. Вот, например, мы сейчас смотрим, да, вот, так, где горох, да? Ты представляешь, горох можно за минуту, за одну приготовить. Ты можешь себе это представить? Ну, вот ты знаешь, я вот совершенно убеждена, что я сейчас слышу просто возглас наших зрителей, которые говорят банальную фразу. Не верю. Вот я, например, гороховый суп не готовлю. Я тоже не готовлю. Люблю. Ну его надо замачивать же надо. Боже мой, это так долго. Горох варить туда-сюда. Сколько мы чашку горох сварим, да? Ну давай чашечку, да. Мы прям готовим. Значит, чуть больше. Чуть больше. 2 минуты, 3 минуты. Ну, я думаю, 5 минут уже или что?
Так, да. Добавляем воды. Еще раз напоминаю вам, дорогие телезрители, что нужно добавлять воды, чтобы она покрыла полностью нашу крупу. Да? И все, закрываем. Рис, наши бобовые сегодняшние, так. Да, закрываем герметично. Оп, закрыли. Щелчок, вот посмотрите, проверили, все закрыто. Ну, еще раз заодно вас ознакомлю с меню, да, с, вот с этим табло продолжу вас знакомить. Вы посмотрите, здесь есть такая кнопочка «Подогрев». Ваша еда всегда будет подогреваться, если вы нажмете ее, пока вы ее не отключите. И также вот такая кнопка программы. Вы можете выбирать программу. Рис, рыба, 10 минут. Кролик, так, дальше у нас кролик суп, 25 минут. Кролик так долго готовится, часами. 25 минут. Каша и тушение, 20 посмотрите, минут 20 минут. Обычный час тушения. И выпечка, даже выпечку мы можем здесь сделать тоже за 25 минут. И но все будет готово. Это очень мало. Итак, ну а мы сейчас с вами выставляем 6 минут, 6 нажатий клавиши, да? А за почему 6 минут? Это я перепутала со свеклой. Ну ладно, ну, пусть, пусть будет 6 минут. Я не знаю, мне кажется, что за 6 минут все равно не приготовят. Писк, это значит сигнал, это значит, что скороварка пошла работать. Да, абсолютно верно. Хотя я тебя уверяю, что горох может приготовиться гораздо быстрее. Но за 6 минут он уж точно приготовится. Наверняка. Ну пусть будет пюре. Что ты можешь еще, в принципе, мне рассказать? Вот я смотрю, что у нас здесь есть суп и плов. Сколько ты готовила плов? Плов 20 минут, Галя. Это правда. А обычно сколько мы тратим на готовку? Ну, где-то час. Где-то час, да. Посмотрите, вот он, наш замечательный плов. 15-20 минут и готов. Я полна азарта. А вот этот борщ, сколько ты готовила? Борщ полчаса. И борщ готов, да, Галя, в мультиварке то за полчаса не сваришь. С мясом ты имеешь в виду, прям с мясом борщ полчаса готов. Ну, здорово. Кстати говоря, о мясе. Мы его тоже приготовили. И сейчас я вам тебе об этом расскажу. Дорогие телезрители, если вы еще раздумываете, не раздумывайте. Ведь цена только сегодня за такую удивительную мультиварку-скороварку 1590 рублей. Невероятная цена будет действовать только в течение сегодняшнего дня. Но что-то мне подсказывает, что после сегодняшнего эфира все мультиварки разойдутся прям мгновенно. Ну, поскольку это скороварка, это же не просто мультиварка. Мультиварка-скороварка потрясающего дизайна, цвета красного помидора или чего хотите красного. Она круглая, она необычная по форме. Самое главное, она готовит практически мгновенно. Ну-ка, покажи мне мясо. Да, ты знаешь, я вот перед эфиром зарядила, можно сказать, запустила сюда мясо, чтобы приготовить. Посмотрите, end, это значит, что здесь уже все готово. Нам достаточно только теперь что сделать? Вот обратите внимание на этот элемент. Так. Мы поворачиваем краник и выпускаем пар. Это надо делать обязательно, да? Обязательно. Я думаю, иначе крышка просто не откроется. В принципе, я знаю, что можно 20-25 минут подождать, и тогда давление ослабнет, и можно будет просто открыть крышку. Но если надо срочно, а нам надо срочно. Ну, мы всегда спешим, да? И вот посмотрите, какое роскошное мясо у нас получилось в соусе. Ну-ка. А какой запах, да? Да. Давай покажем нашим телезрителям, давай я тарелочку возьму. Слушай, действительно, мясо, оно просто разварилось. Да, а ты представляешь, ты ну 25 минут, 25 минут и мясо готово, и это не предел, смотри, это совершенство. Смотри, как легко, действительно, оно отделяется вилочкой. Ну вот, видишь, ну-ка, какой, попробуй, Галь. Я боюсь, очень горячая, я боюсь. Это говядина, ты хочешь сказать? Это говядина, Галя. Ты представляешь, 25 минут и говядина готова. Она просто тает во рту, действительно, и вообще не требует того, чтобы вы жевали. Да, ну будешь еще кушать? Я думаю, я что это очень вкусно. Я просто хочу показать нашим зрителям. Действительно, очень мягкое. Посмотрите, как отделяется. Это кроме шуток. Сколько ты готовила? Я тебе говорю, 20 минут, Галечка, 20 минут, дорогие телезрители. Положила, закрыла, забыла, занимайтесь своими делами, забудьте про готовку. Все будет вариться само по себе. Я вас уверяю, это очень-очень нужная вещь. И вот мы доказали, что в этой скороварке мясо приготовилось идеальным образом за 25 минут. Оно нежное, оно мягкое, оно тает во рту. Я потрясена совершенно, но я так понимаю, что пришло время гороха и фасоли. Да, открываем. Оп, да, у нас горох. Выпускаем пар, вот так вот он замечательно под давлением выпускается. Угу. И затем поворачиваем крышку, открываем. Вот помнишь, я тебе говорила, что достаточно только минуты, и горох уже сварится. У а мы поставили получилось. Целых 6, и посмотри, можно сказать, гороховая каша у нас получилась. Мы перестраховались, конечно, у нас получилось гороховое пюре. Самое натуральное гороховое пюре. Это потрясающе, это неожиданно. У меня такой восторг, я дар речи даже потеряла. Я потеряла Мы теперь все. Можем готовить даже гороховый суп, мне кажется, за мгновение. Вы посмотрите, это невероятно. Изумительно, целая чашка гороха да. за 6 минут. И за 6 минут. Это
колоссально просто. Дорогие телезрители, не раздумывайте. Я в таком восторге, я действительно в шоке нахожусь. Неужели горох можно довести до такой консистенции? О, слышишь? У нас приготовилась свекла. Давай посмотрим, что с ней. Моей радости нет предела, потому что свекла тоже приготовилась за мгновение. Смотрите, end, сигнал, да, открываем. Вау! Супер эффект! Дорогие телезрители, вообще достаточно подождать 15-20 минут, чтобы пар вот так вот интенсивно не выходил, да? Но если вы такие же нетерпеливые, как и мы с Галиной, открывайте крышечку. Ну что ж, пар весь ушел, и давайте смотреть, что у нас получилось. Я, честно говоря, в большом-большом изумлении. Давай. Я сама в изумлении, в волнении. Посмотрите. Да, свекла сварилась, дорогие телезрители, вот так она выглядит. А также вот посмотрите и морковь, да? Ой, морковь вообще даже разварилась, я бы сказала. Представляете, и это 6 минут. Вот посмотрите, вот, пожалуйста, и вареная и морковка, и свекла. То есть морковь, я так понимаю, можно готовить даже 5 минут. То есть у нас время идет буквально на секунды, Оля, в этой скороварке. Я так понимаю, что надо очень-очень разумно подходить к процессу готовки, чтобы не переварить за столь короткий срок наши продукты. Я потрясена не меньше, чем ты. Удовлетворена полностью всем нашим результатом. Итак, дорогие телезрители, на ваших глазах за 6 минут мы сварили горох, мы сварили свеклу вместе с морковкой, также за 6 минут, и также приготовили говядину за 20 минут, и она стала такой роскошной, мягкой. Вы не сможете приготовить так ее без вот этой чуда скороварки, мультиварки, и цена 1590 рублей будет действовать только в течение сегодняшнего дня. Уже завтра такая чудо-машина, даже могу сказать, что это так, будет стоить на 400 рублей дороже. Заказывайте, звоните. И, кстати, вот мне сейчас подсказывают, что, оказывается, уже многие вот такие вот мультиварки-скороварки уже продались. Поэтому звоните прямо сейчас, торопитесь.